Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня будем разбираться в ситуации, что происходит с призм, кто виноват, что делать. Попробуем ответить на вопрос, когда монета, все-таки курс монеты достигнет уровня 1 доллар. Да, наверное, как бы сейчас это не самое такое, наверное, как многие считают, вероятное событие. Ну и заодно подумаем, вообще обсудим самую такую трендовую сейчас ситуацию, и которая самая обсуждаемая, наверное, в сообществе призм, это вообще дойдет цена призм до 1 цента, и что после этого произойдет. Монета соскамится, как некоторые, ну, не совсем, как бы, образованные и понимающие, что такое криптовалюта, и что она, как она может вообще соскамиться, ну, об этом некоторые все-таки пытаются на этом спекулировать, и самое интересное тоже, что дальше ждет монету, если за этим всем стратегия какая-то, или это просто идет такой, как конкретный тотальный слив. Кто-то в этом обвиняет там пулы, кто-то говорит, что это наоборот идет борьба с пулами, и как раз эта ситуация приводит к тому, что пулы должны умереть и остаться, ну, тот же парамайнинг останется только для, и та же монета останется только для обычных людей, как изначально она и создавалась. Такая народная валюта, которая будет давать возможность и шанс жить нормально обычным людям, а не зарабатывать, как многие сейчас видят и считают, что пулы, которые зарабатывают очень много на этой монете, ну, большую часть, конечно, естественно, зарабатывает в пулах, а те, которые изначально заходили в монету как народную и хотели, видели в этом какую-то надежду, они практически ничего не зарабатывают. То есть, да здравствуют пулы, которые дают нам зарабатывать, и, ну, теперь их большинство, наверное, не то что проклинает, но как бы плохо к ним относится, потому что есть информация, что сливы основные на биржах монет, которые приводят к резкому падению курса, это со стороны как раз там держателей этих кошельков пульных. И плюс все видели недавно совсем то, что происходило. Тот же Владислав, по-моему, Цой хотел и пробовал собрать, объединить эти пулы. Была какая-то договоренность, что цена будет держаться там до 10 рублей, но по концовке ты видишь, дружище, что происходит. Какой там 10 рублей, уже там меньше, от, сколько там, 2 рублей, ну, где-то там 1,6, ну, даже, наверное, может, даже 1,5. Итак, разбираемся, смотрим, что происходит, давай будем смотреть, потому что слухов очень много. Опять же, не будем доверять слухам, потому что, ну, большинство из них фантастические, плюс они, ну, стратегически, я считаю, там никакой особой информации не имеют они, те, которые создают слухи. Это просто такое влияние на то, чтобы люди, которые не совсем грамотные, не подкованы, у которых нет опыта, они вот создавали такие свечи, лили все это, проливали. Ну, смотри, там по 70, сколько там, ну, десятками даже продают. Это явно не те, не крупные держатели. А покупает уже там нормально, кто-то он психанул, там сливает несколько тысяч монет, там десятков тысяч. Но опять же, закупаются уже там тысячами монет. И опять же, там десятками тысяч закупаются. Сливается там, опять же, 200-300 монет закупается. Ну, это не важно. Смотри, дружище, давай сейчас будем разбираться в теории этой, что специально хотят слить цену до 1 цента, и есть ли этому подтверждение вообще на данный момент. Давай разбираться. Ну, смотрим ордера на покупку, там, да, там все там, как бы там, копеечное. Давай ближе подойдем к 1 центу и начнем там смотреть, что тут уже интересного происходит. Смотри, на цифрах, вот, начиная от, ну, вот, 1 цент и там, ну, будем 0,111, уже идут там почти 100 тысяч, 160 тысяч, 55 тысяч. Ну, смотри, вот на сумме 0,106 уже 500 000. Готовы закупить этих монет. Дальше пошли еще там 120, 130 и еще тебе ровно на 1 центе еще 600 тысяч. То есть несколько миллионов где-то примерно готовы закупиться
те, которые их называют там киты, не киты, но люди, у которых явно есть деньги хотя бы купить там несколько миллионов этих монет. Ладно, давай пока оставим, для чего, дальше подумаем, для чего это делается. Давай посмотрим ордера на продажу. Смотри, дружище, опять же проматываем там вниз, это все, вот я специально проматывал, искал, где какая-то интересная уже цифра будет. Вот, от 0,8 уже стоят такие более-менее серьезные цифры, да, у кого-то там, кто-то готов, то есть закупиться примерно на одном центе и сделать 8 иксов, продать, и дальше там уже можно там смотреть там. Жадность, чем дальше, тем больше жадность. Но такие значимые цифры сейчас, вот видишь, на одном центе и 0,8. Кто-то хочет как бы нормально заработать. Явно эти люди не самые глупые, если у них на данный момент есть такие суммы монет. И плюс есть такие суммы монет уже в долларах, которые готовы купить несколько миллионов. Опять же, есть там теория, что хотят там создать какой-то проект новый, который сейчас потащит призм вверх, зайдет очень много людей. Возможно, так и будет. Скорее всего, даже так и будет. Но опять, давай дальше разбираться. Что на днях еще было такое интересного, произошло, так сказать, в сообществе призм. На днях совсем смотрим. Владимир Мошкин, создатель Рой-клуба, выпустил видео, где он сказал, что паратакс уже 90%, и дальше давай разбираться. Вот смотри, дружище, паратакс сначала там был 40%, начался там, по-моему, 40%. Все думали, что будет рост монет, но произошел как раз падение курса монет, и начался с того момента, по-моему, как бы такой тотальный слив, как я считаю. Большинство людей, которые заходили зарабатывать именно на паратаксе, на парамайнинге, они увидели снижение доходов и на панике начали сливать эту монету. Дальше там, по-моему, 60%. Сейчас на данный момент получается паратакс уже 90%. Друзья, кто знает, где это можно посмотреть, где конкретно сайт, где это показывает, процент паратакса, просьба скинуть в комментариях под видео и написать свое мнение. Вообще, если реально 90% паратакс, то какая сейчас тогда прибыль должна от парамайнинга быть, если там она и так сейчас уже там 12, по-моему, 13 или там сколько там, 14%, то при 90% паратакса сколько это уже будет? Я даже не знаю, сколько, 5% в месяц или там 1% в месяц. Давай, дружище, если ты знаешь, какая сейчас реальная как бы ситуация с паратаксом и с парамайнингом, потому что я как бы держу монеты свои там в разных проектах, там, по-моему, сейчас на данный момент 13-14%. Но если паратакс реально 90%, то получается там, как минимум 1,5 раза должна уменьшиться это, как минимум до 10. Я пока этого не замечал, если кто-то это знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. И давай дальше уже теперь будем думать, к чему это вообще ведется. Смотри, дружище, есть такая теория, что есть такое зло, как бы эти пулы, которые, у них там парамайнится в день огромное количество монет, и им, естественно, их нужно продавать. Никого я не осуждаю, ничего, естественно, все люди хотят заработать, и, давай смотреть на ту реальную ситуацию, которая происходит в призм. Сейчас, если пулы выстраивают, естественно, там свои там паровозы, там кошельки друг под друга строят и тем самым увеличивает свое количество парамайнинга, но в то же время для чего вводился тот же самый паратакс? Разработчики ввели его для того, чтобы снизить, по одной из версий, для того, чтобы снизить именно доходность в пулах, для того, чтобы монета опять стала народной, и чтобы невыгодно было создавать пулы, можно было держать деньги на своих кошельках и зарабатывать тот же самый процент, а то и больше, чем в каких-то пулах. То есть, как бы со стороны, и опять же, если на данный момент паратакс еще больше увеличился, то опять же идет как бы борьба все-таки, как мне кажется, с теми пулами, с теми держателями большими монет, которые как раз и сливают этот курс. И возможно, опять же, как бы
давай думать вместе с тобой, дружище, как нам это использовать и какая стратегия, какой будет следующий шаг. Если реально монета, ну, как бы идет борьба с пулами, то, скорее всего, ну, получается выгодно, раз уже большинство людей, которые, ну, так психически неустойчивые после всего этого, что произошло и паратакса, и всех этих падений, уже слили основную часть своих монет, то сейчас большая часть монет, получается, осталась у тех людей, которые верят в призм и, ну, естественно, в пулах, где там огромные суммы денег. Но, опять же, вижу по тем же видео на Ютубе, что большие там, ну, как бы люди, у которых там много было этих монет, они пытаются сейчас уходить в какие-то новые темы, новые монеты. Кто-то свои создает, кто-то там ищет какие-то там чужие монеты. Возможно, как раз для этого все и делается, для того, чтобы слили пулы все-таки. Ну, люди привыкли зарабатывать определенные деньги, там, нормальные, так сказать, держатели пулов. А тут раз, и курс каждый день падает там на 20-30%. Там, ну, я не думаю, что если там за месяц он упал там несколько раз, там, те, которые привыкли получать определенную сумму, хорошую сумму денег, они будут долго держать эти свои средства в этих монетах, и все-таки рано или поздно они, наверное, сольют эти монеты, и, естественно, там курс тоже отреагирует на это. Но, опять же, это их же не бесконечное множество. До какого-то момента произойдет там слив, да, и курса, и монет. Но после этого, может, это опять же произойдет такое выздоровление, ну, обострение после выздоровления, то есть перед выздоровлением. И дальше курс пойдет уже там выше, и останется реально монета, как бы призм останется народной. То, для чего она и создавалась, дружище, давай напиши в комментариях, мне интересно твое мнение, что вообще ты видишь, как дальше. Мне, ну, мне во всяком случае очень интересно за этим наблюдать, я думаю, большинству, и как раз качаем мы свои там и нервы, и свои стальные шары инвесторов как раз на такой ситуации. Ну, я думаю, все будет хорошо, в любом случае, как бы, все разрулится, и та же монета призм, она начнет расти. Но мне интересно, дружище, как ты считаешь, все-таки дойдет она до 1 цента, и будет после этого разворот? И вообще, ну, как ты видишь ситуацию с призм, напиши в комментариях, поддержи. Вообще, реально до доллара дойти, опять же, тому же призм, он доходил до скольки там, 80 центов, 78, по-моему, показывает. Ну и тут интересно, как бы, да, мнение большинства, и не такое тактическое, которое нас вот загнали как бы вроде в эмоциональный какой-то угол и давят этими негативными новостями. Интересно посмотреть на это все стратегически, потому что, ну, я вот считаю, что все-таки чем больше осознанность человека, и чем больше он стратегически видит это все, тем больше у него денег, тем больше у него возможностей. И тогда, когда все сливают, те, которые видят это все осознанно, они как раз и закупаются. И не зря тут все-таки стоят ордера по 500 тысяч, по 100 тысяч. Люди как бы не самые глупые, я думаю, которые готовы закупать эти монеты. Не для того, чтобы там потом соскамилось это все и как бы выбросили. И их деньги были выброшены на ветер. В общем, дружище, да, если тебе понравилась тема данного видео, я хочу как бы наблюдать за этой ситуацией призм. Возможно, мы придумаем как бы вместе с нашим сообществом какие-то еще и планы, ну, какие-то действия, чтобы помочь мы данной монете призм. Потому что на данный момент, что только не пробовали, все равно идет такой тотальный такой тренд именно понижения курса. Но, опять же, как я считаю, может, это даже не так плохо, а как раз после этого будет разворот и будет нормальная реализация всего потенциала данной монеты. В общем, если тебе нравится данная тема, будем ставь лайк, напиши комментарий, поддержи, расскажи свою версию событий развития данной темы, потому что, ну, очень интересно, никакие аналитики, которых я знал, которых уважал, которые давали прогнозы, они не могут это, ну, спрогнозировать. Здесь идет какая-то очень интересная игра, очень интересная, ну, может быть, один это игрок, может, группа игроков, а может, это все такое, такой винегрет, который, как рыба, щука и рак тянут в разные стороны, и получается такое развитие. И я надеюсь, скоро мы увидим что-то такое очень интересное
именно в плане разворота тренда приз, потому что, ну, большинство людей воспринимает данную монету как именно такую народную монету, и все хотят для, ну, увидеть все-таки рост монеты и какие-то новые. Возможно, даже ходят слухи, что разработчики там уберут паратакс, вернут опять же доходность парамайнинга, и просто произойдет такая перезагрузка матрицы, очистится призм от всяких, ну, тех людей, которые реально уже чисто зарабатывают на ней, и они уже просто, ну, сами себе вредят, они сами себя кусают за хвост, как собака. То есть они вроде бы создавали пул для того, чтобы зарабатывать больше денег и давать людям возможность, но уже как бы те заработанные деньги, они сами же топят свою лодку, свой проект, который, и может быть даже и хорошо, что большинство из них сейчас переходят в другие проекты, в другие монеты, и после именно такого очищения произойдет рост монеты призм, и, ну, давайте все в это верить, и давайте думать, как там помочь данной монете и к данному проекту, и вместе, я всегда говорю, что вместе мы сила, и давай, дружище, вместе с тобой что-то будем думать и реализовывать, самое главное. Друзья, на этом все. Если понравилось данное видео, ставь лайк, пиши в комментариях. И до новых встреч, дружище.